кислородный коктейль из мяты и из крапивы. Вот так хорошо пенится. Ну, не зря делают шампуни с крапивой. Крапивный шампунь, мятный. Вот оно так вот хорошо пенится. Зелень эту. Взяла пучок крапивы свеженькой, майской. Почти майской, апрельская. Конец апреля, но уже она такая хорошая крапивка. Молоденькая. И мяты пучок. Можно мелисы. Положила в емкость блендером, поместила, добавила воду теплую, чтобы лучше в кровь всасывалась. Утром голодная кровь, так сказать. Если погорячее коктейль сделать, вот фишка, что он будет тогда лучше в кровь всасываться. Это можно процедить, этот коктейльчик, через ситечко. Можно не процеживать, если хочешь больше получить, как бы, ну, клетчатки, вот этих полезных веществ, поднять гемоглобин. Вот, вот так прямо выпиваю. Ну, короче, налила где-то 2 стакана воды, пучок зелени. В блендер секунд 40 перекрутила, вот она так вспенилась, и это вперед с песней.